Привет, друзья! Предлагаю начать готовиться к новому, подчеркну, к новому 2018 году. Начнем мы с вами с открыток, ведь это всегда актуально и просто. По материалам вам потребуется минимум: основа для открытки из акварельной бумаги, вырезки или картинки из скраб-бумаги. Еще вам понадобятся бумажные цветы, мы их делаем сами. На моем канале много мастер-классов, заходите и смотрите, или я оставлю на них ссылочку. И разная мелочь, все, что вы найдете у себя дома, вам может пригодиться. Все детальки буду клеить на клей ПВА. Чтобы картинки смотрелись объемнее, клею их на палочки от мороженого. Такой маленький лайфхак. Внутрь у меня идет надпись с поздравлением. Ее я нашла и распечатала в интернете. А вот сахарные ягодки приклею на клей титан, чтобы все-таки держались попрочнее. Последний штрих – это снег в баллончике. Покупал я его в фикс-прайсе. Вуаля! Наша открытка готова. И новогоднее настроение вам обеспечено. Творите в удовольствии и с большим желанием. Не забывайте подписываться на мой канал. И поставьте лайк, если вы так же, как и я, ждете Новый год. До встречи в новых видео. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока!